Доброго времени суток, YouTube, уважаемые наши контрагенты, и это видео специально для вас. Все вы знаете, что вся Россия живет по 623 административному регламенту Ростехнадзора и приказу Минздрава Российской Федерации 749Н о медосмотрах. Мы сейчас с вами находимся на странице нашего сайта под номером 2.2. Здесь находится вот такая красивая красная кнопочка со словом «приобрести». Если вы на нее нажмете, у вас пойдет скачивание архива. Этот архив будет содержать в себе типовой договор, вот здесь это написано, типовой договор на заключение приобретения программного обеспечения и, собственно, само программное обеспечение. В полном объеме этот архив в себе содержит. Соответственно, стоимость минимального базового комплекта составляет 450 тысяч рублей за одну единицу этого комплекта. Возможно, скидка при определенных условиях до 360 тысяч, но это все уже обсуждается индивидуально в рамках заключаемого договора. ООО «НПЦ АТМЭ» работает исключительно на основе договорных отношений, и мы такие договора по продаже программного обеспечения, вернее, по договору лицензии мы заключаем договор во вложении с архивом. Вот, собственно, все, о чем я хотел вам сказать. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!